Символ рода Эл означает надежду. В основе этой надежды лежит вера в потенциал каждого человека. В то, что его задача творить добро. Кларк. Донеси это до них. Ты послан сюда не просто так. Ты дашь жителям Земли идеал, к которому надо стремиться. И даже если на это уйдет вся твоя жизнь, ты должен для себя выяснить, что это были за причины. Они будут спотыкаться, они будут падать. Тогда придется сделать выбор. Но со временем они пойдут за тобой. Решить, готов ли ты открыть свой секрет человеческой расе или нет. Со временем ты поможешь им творить чудеса. Наши мечты и надежды отправляются с тобой. Я так горжусь тобой, сын. Мы с мамой тебя очень любили. Мы с твоей мамой знали, что ты изменишь мир. Твое сердце прошло через испытания. Я знаю, тебе было тяжело, Кларк. Но ты подарил этому миру надежду. Тебе надо показать людям, кто ты. Люби их, Калан. Как мы любили тебя. Лети, сынок.